Да! Я богат! Да! Вы посмотрите! 5, 10, 15, 20, 25, 30. Гифтбокс! За 7500! Акер 12 рейлган и по 120 голдишки. У меня на этом аккаунте был USP Kinesis. И 4 мая. Кто-то слил! Чего же 0.3? Это не я! Меня взломали. Пацаны, походу, пора менять пароль. Здарова всем, ребята, Кентуга на проводе. И прямо сегодня я вспомнил то, что у меня там завалялась парочка аккаунтов, на которые я не заходил пару лет. И я вообще без понятия, что есть на этих аккаунтах. Это то же самое, что вы там в зимнюю курточку положили 100 соточку, а потом спустя полгода эту соточку обратно нашли. Поэтому, возможно, я сегодня стану очень богатым. Ну что же, леди и джентльмен, с приятного вам просмотра. Ну я так подумал, я хочу тебе подарить, братик, вот этот Starfall бабушку. И чтобы получить эту бабочку совершенно бесплатно, тебе до первого поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши свой ID. И в-третьих, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца без единой перемоточки. Я буду проверять, поэтому не отлинивай. Ну что же, а мы приступаем к видеоролику. Погнали! Ну что же, ребята, это мой самый старый аккаунт, на котором я не был миллиард лет. Это древний аккаунт. У него ID начинается на двоечку. Вы хоть понимаете, что это означает? Это означает, что это аккаунт старее, чем я. Так, смотрим профиль. Ну, конечно же, все по нулям. Ну, ясен пень, ребят. Я на аккаунте не был миллион лет, ну вы гоните. Что же у нас в общей статистике? А в общей статистике у нас 2.64 КД. И 1500 онлайна. Это что? А это хэштег непоганенько. Так, ребят, ну что, клан, ну маслят, ну куда без этого? Маслята всегда и всегда были, будут и есть на моих аккаунтах. Потому что маслята — это тир один клан. Так, окей, давайте посмотрим личное сообщение. А чё мне вообще... А, стоп, у меня нет личных сообщений. Посмотрите, у меня нет личных сообщений. А чё это за дичь, ни одного сообщения нету. Ну ладно, зато, как я вижу, у меня есть 300 друзей. И из них осталось всего лишь 167 друзьях. Остальные меня поудаляли. Да, остальные меня поудаляли из друзей, потому что я на этом аккаунте не был очень-очень давно. Ну чё, а теперь давайте смотреть самое главное. Это инвентарь. 3, 2, 1. Так, я закрыл глаза, я ничего не вижу, но я надеюсь, тут будет что-то дорогое. Давай. Что? Вы что, гоните Стоуквин? А вы МГНЭЖ Стоуквин? Нет, а вы на приколе, стоп! Еще один Стоуквин! Я богат! Подождите, сколько стоит эта долбанная наклеечка Стоуквин? Она по-любому должна быть очень дорогая. Так, давайте, внимательно смотрим. 50 голдишки, да! Блин, какая же это имба! Вы просто посмотрите на все это, у меня 2 Стоуквина! Так, окей, смотрим дальше. М41 Баблгам. Ну, дефолтик. Но тут, ребята, как мы видим, ничего интересного не вижу. Агар Туерс! Как я ничего интересного не вижу? Скин за 8 косарей, вы что, на приколе? М16 Винжет, куча скинов из Оригин коллекции, потому что я на там аккаунте не был очень давно. А, да, кстати, я чуть забыл сказать. А М9. М9, 16К. 16К, между прочим, на дороге не валяется. Тоже очень-таки круто. Так, листаем дальше. Нам надо больше золота. Так, пацаны, что же мы тут видим? UMP 45 Венжер с крутыми наклеечками. Ну, наклейки, конечно, хэштег непоганенько. Так, смотрим. Ну, тут вроде бы как пошли эпики, обычные эпики. Этими эпиками ты никого сейчас не удивишь. Так, листаем дальше. Пока что, ребята, все по дефолту. Вообще ничего интересного нету. Ну, USP Stone Cold сколько стоит? 1000 голдишки. Ну, такой себе. Так, дальше пошли рарки. Рарочка с другой наклейкой. Если я не ошибаюсь, на этом аккаунте есть очень дорогой сюрприз. Максимально дорогой. Сейчас увидите, что это за сюрприз. Если я не ошибаюсь. Так, листаем вниз. Так, а что это у нас? Это у нас какие-то пошли анкомонки. Комонки вот эти вонючие, кому они вообще нужны? Это что за пыль? Так, листаем дальше. Ты же, я не пойму. Сейчас будет реально обидно, если тут не будет никаких нормальных наклеек или скинов. Но если мне память не изменяет, тут были прям очень крутые наклеечки. Да! Я богат! Да! Вы посмотрите! Блин, это имба! Они стоят по 40 голды, у меня их 1, 2, 3 штуки! Да!
Это просто что-то с чем-то, я богат. Это просто 100к голды на ровном месте. Просто плюс 100к. Стикер неон стоит 12700. Обалдеть. Также есть стикеры из зоны 9, которые стоят по 400 голдишки. Я помню, их раньше покупал по 40 голды. Сейчас по 390. Обалдеть. Вот это все мое, вот это аккаунт. Я в это просто-напросто не верю. Это мой аккаунт. Вы гоните, я богат. А сколько стоят вот эти нам Санта? По 1300, это вообще рарки наклейки. Они стоят по 1300 голдишки. Вау, ребята, просто прожмите за это. Так, ребят, давайте так. Я вам подарю вот эту вот наклеечку. Если ты, братик, прямо сейчас прожмешь лайкосик и напишешь в комментариях, почему должен подарить эту наклейку именно тебе. Ну что, ребята, вот такой вот был мой самый старый аккаунт. А сейчас мы переходим на мой заброшенный аккаунт номер 2. Погнали! Ой, братик, какая жара. Что же делать, да? На улице не погуляешь, ничего не поделаешь. Братанчик, залетай на булдропщик. Да, вышло летнее обновление, добавили летние касики. И помимо всего этого, на булдропщике, братик, добавили скрижали. Что скрижали? Ты открываешь касик. Потом с этого касика ты получаешь скрижали. Иди скрижали, ты меняешь в обнике Джо на топовый дроп, на кучу аркан, кучу ножичков. И это не все. Плюс, прям сейчас у себя на экране, братик, что ты видишь? Ты видишь промик, который ты можешь вести и тоже получить халяву. Ну что же, ребятки, все наши ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Знакомьтесь, мой аккаунт номер 2. Я на этом аккаунте не был, ну, тоже примерно парочку лет. Один на пятерочку, все по дефолтику. Давайте смотреть. Ну, я с пенсией по нулям. В четвертом сезоне тоже я с пенсией по нулям. С союзником тоже самое, потому что я, ребят, на этом аккаунте не играл. Я вам еще раз повторюсь. Я просто на этот аккаунт зашел. Я и забыл, что он существует. Поэтому я очень рад. И я сейчас реально искренне удивлюсь, что на этом аккаунте. Потому что лично я ничего не помню. Единственное, чему удивляюсь, то, что у меня было КД 339. Обалдеть. Я играл когда-то в 3КД, прикиньте, я в 3КД, блин, я и 3КД, это две несовместимые вещи. Что же у нас по клану? Клан у нас, а чё это за клан? Я вообще как в него попал? Это чё за дичь? Ладно, окей, я вижу, у меня 600 новых предметов. Откуда вам? Так, ну а перед этим я хотел бы почитать личное сообщение. Я знаю, что ты мне ответишь, но знай, ты лучший ютубер по стендофу. Желаю тебе здоровья, счастья и успеха во всем. Мне тут интересно, почему Типуля решил написать именно на этот аккаунт? Я на этом аккаунте не был пару лет, брат, спасибо тебе большое. Го 1 на 1. Я знаю, ты меня не заметишь, но ты лучший. Блин, какие же у меня обалденные подписчики. Я хочу, чтобы вы знали, мои любимые подписчики. Я вас обожаю, я бы просто каждого застал. Так, ладно, все, переходим в инвентарь. Ну что же, 3, 2, 1, погнали! Что? Да я богат! Я богат! Я богат! Мама! Мама дорогая! 5, 10, 15, 20, 25, 30... Стоп, это все мои Rival кейсы, которые стоят по 365 голдишки. Обалдеть! Это прям как биткоин. Я его когда-то давно купил, эти кейсики. И сейчас они уже подорожали X3. Вау, это все мое. Так, мужики, кто посчитает, сколько тут кейсиков, так и же быть. Один кейсик подарю вам. Поэтому, ребятки, пишите в комментариях, сколько тут кейсиков. Но самое главное, прожимайте лайки. Так, а зачем тут так много Rainbow скирпаков? Я вспоминаю. А знаете, зачем купил эти Rainbow скирпаки? Потому что когда-то давно я думал то, что все эти Rainbow скирпаки разработчики уберут с рынка. Я такой, закуплю-ка я их 1015 голды. Теперь в итоге у меня куча Rainbow скирпаков, а они до сих пор есть в магазине. Обалдеть, вот это у меня инвентарь. О-о-о, пошли арканы. Правда, только 2 штуки, но тоже арканы. Тоже неплохо так. Ну, пока что как-то... Кто-то такой себе, да? Как-то... Вот, Rival кейски меня порадовали. Реально, тут я спорить не буду, Rival кейски это вообще имба. Они тем более не стоят по 400 голды. А что у нас дальше? Дальше у нас пошли комоночки. Так. Что же мы интересно увидим? Я вижу очень много наклеек. Что? Мама дорогая! Это... Подождите, это то, что мне кажется? Это... 1, 2, 3, 4, 5... Фуриус кейсиком кажется, который стоит по 750 голдишки. Стоп, тут тоже есть Rival кейсики. Обалдеть, я богат! Что? Это хлын? Чармпаки? Я помню, очень давно я их покупал по 500 голды. Сколько мне стоит сейчас? 3300, да вы гоните? Пожалуйста, изобретите машину времени. Я хочу переместиться в прошлое и купить их. Не знаю, просто почку продам и куплю их на все деньги.
Вау, вот это я понимаю, вот это имба! Вы посмотрите на мой этот замечательный Акэр Дрэгон. Просто представьте, когда-то давно я считал, что именно этот Акэр Дрэгон очень красивый, очень крутой, и я его купил. Обалдеть, вот это имба! За это лайк, мышки, за это лайк! Так, смотрим дальше, смотрим дальше. Две М16 Винджет, каждый из которых стоит по 430 голдишки. Ой-ой-ой-ой-ой! Это прям очень таки даже неплохо. Обалдеть, ребята, вот это... У меня даже есть шилд! Ха-ха! У меня есть шилд. Я не верю своим глазам. У меня есть шилд на этом аккаунте. Также есть вот этот стикер, который стоит 40 голдишки, но вроде бы как все по дефолтику. Слушайте, очень прикольный аккаунт. А давайте мы ради интереса зайдем в историю покупок. Мне интересно, а что я тут и за сколько покупал? Давайте смотреть. Вы посмотрите! 2020 год! Вау, ребята, как же давно не был на этом аккаунте. Так, давайте посмотрим, что же покупал. Я покупал АКР Спорт по 12.99 голдишки. Зачем это дело, не понимаю. Я М4 Pro покупал по 65 голдишки. Стикеров V2 когда-то стоил 73 голды. Ого, как дорого. Вы посмотрите, какие раньше были цены. Я просто в шоке, ребятки. АКР 12 Railgun раньше стоил по 120 голды. А тут я вообще купил Origin Case за 0.3. Гифтбокс за 7500! Почему я не могу переместиться в прошлое? Почему не изобрели машину времени? Какие же раньше были привлекательные цены, вы посмотрите! АКР 12 Railgun по 120 голдишки! Flip Frozen! О, мне тик-так сидит за 0.3. Братик, спасибо. Ой, ой, смотри, тик-так мне что-то посливал. Спасибо, братик. Обалдеть! Вот это, я понимаю, раньше были цены. Ну что же, ребятки? М9 Bayonet! Ancient за 1400 голдишки! А сколько стоило Legacy? А Legacy раньше стоило 3300. Ну, кстати, сейчас он немножко подешевел. Ну что, ребята, а прямо сейчас мы перейдем на мой еще один заброшенный аккаунт. Да-да, не удивляйтесь, у меня их много. Пух! Ну что же, леди и джентльменс, а это аккаунт, на котором я не был всего лишь примерно один годик. Давайте смотреть. Первое, что вижу, ID на 12. Ну, да, это свежий аккаунт. Так, смотрим дальше. Профиль, профиль, профиль. И на этом аккаунте я... Слушайте, я еще на аккаунте вообще не играл. Алло, алло. О, в третьем сезоне я получил Gold 4. В общей статистике я вижу то, что тут 772 часа онлайна. То есть, как мы понимаем, это реально свежий мой аккаунт, в котором я немножко поиграл определенный период своей жизни. А потом... Слушай, а что я вообще играл на этом аккаунте? Я даже не помню. А потом я тик-так ломанул. Помните, у него было видео, типа ломанул Кентана в стриме. Потом тик-так меня ломанул, это падаль вонючая. И я создал этот аккаунт. А потом я восстановил пароль и обратно начал играть на старом аккаунте. Так, ну что, давайте смотреть, что же мне тут пишет личное сообщение. Как обычно, ничего. Окей, переходим дальше. Клан. Клан. Клан называется Перхоть. Перхоть, блин. Перхоть звучит гордо. Ауф. Так, ну что же. О, у меня даже 503 голдишки есть. Да ты что, Санечка, снимаешь? Так, ребят, переходим в инвентарщик. Инвентарь, конечно, такой себе. Пока что одни эпики. Не, ребят, я же надеюсь, это только начало, правильно? Это только начало. Так, листаем дальше, дальше. Так, тут есть тайдай. То есть, как мы видим, это ревенж коллекция. Так, слушайте, а тут есть нормальные скины? Я отвечаю, я на такой вот не заходил очень давно. Я вообще не помню, что тут есть или нет. Вот, чтобы вы понимали, история матчей. Смотрите, братва, я играл в 2022 году. То есть, год прошел. О, в натуре почти ровно год. Даже чуть больше года. Так, смотрим дальше инвентарь. Так, тайдай, понял, принял. Слушайте, тут есть нормальный друг? Это что за падаль вонючая? Где нормальные скины? Где мои ножи арканы? Я че, бомжом был? Обалдеть! Надо будет перекинуть на мою основу. Вы посмотрите на эту комонку. Я грибу, либо бу. Вот эта комоночка, ну я не знаю, стоит, наверное, 1002 голды. Вау. Дальше, Charm Long Run. Ну, 112 голды. Привет, пострижися. Стилета Soul The Warrior. Вау, 1600 голдишки, вау. М4 Lizard с наклейкой Bad Rider, который стоит 15к. Не, ребят, вот этот М4 Lizard я, наверное, вот прямо сейчас после видео перекину на мою основу. Это очень дорогая эмочка. Я ее могу продать 1000 за 3 голды точно. Тут еще есть Хэллоуин наклейка. Так, окей, у нас есть еще легендарочки. Легендарочки, все понятно. Слушайте, а может мы с вами крафтик бахнем, а? Ну а чё бы нет, у меня очень много легендарок, ребят. А давайте-ка мы с вами бахнем крафтецкого. Пух! О, найс. Хороший аркан скрафтил. Так, окей, ребята, листаем дальше, 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 дальше. Я вижу еще Кэр Карбон. Ну да, прикольный, наклейка, легендарочка, нишка, все как положено. Так, а еще что-то прикольное есть? Все? И это все? Стоп.
А чего у меня такой дешевый инвентарь? А что? А, в смысле? У меня на этом аккаунте был USP Genesis и 4 мая. Кто-то слил его за 0.03. Это не я. Меня взломали. Кто-то слил за 0.03 мой USP Genesis. Мать моя женщина, пацаны, походу, пора менять пароль. Это кто такой? А ну признавайтесь, кто это ломанул мой аккаунт? Обалдеть, вы посмотрите, кто-то продал мой USP Genesis за 0.03. Какой-то главный бот. Блин, как обидно. Ну что же, ребятки, вот такие вот у меня были 3 аккаунта, которых я не был очень давно, мои запрошенные аккаунты. Прямо этой секунды, ребят, прожмите лайкосик, подпишитесь на мой канал. И самое главное, братья, чтобы получить все призы, которые я разыграл в видео, подпишись на мой телеграмчик, потому что именно там я все раздам, брат. Залетаешь в ТГ, сразу получаешь нож. Ссылочка снизу в описании, потом, братья, жду тебя там. Все, давай, не отлинивай. Все, братва, с вами был ваш Кентука, всех обнял, приподнял, всем удачи, всем пока-пока.